Всем привет, это новое видео совершенно нового формата на моем канале. Я буду выживать на скайблоке. Погнали! И повторюсь еще раз, такого формата видео я еще никогда не делал, так что поддержите меня лайками и напишите комментарии под этим видео. Мне будет очень приятно посмотреть на ваши отзывы, как вы хотите видеть, что бы я делал на этом режиме, что бы я построил, например, какой-то домик или что-нибудь типа такого. И для начала нам надо создать наш остров. Так, вон он, NPC наш. Ну-ка, тыкаем по нему и выбираем тип острова. А я играл тут без видео, и, как по мне, остров Края — это самый такой топовый остров. На нем есть и обсидиана, много лавы, и чего только там нету. Тыкаем. И вуаля! Мы выполнили первое достижение. Yes, мы создали наш первый остров. Так, вот он, какой остров. Здесь есть и вода, можно порыбачить, и хорусы. Ой, вот они, наши ресурсы. Вода, лава, самое главное, конечно. Грибочки можно повыращивать. Так, и тростничок у нас. Замечательно, замечательно. Так, нам надо сделать обычную кирку. Давайте-ка пойдем на Warp Mine. Это обычная шахта для новичков. А Warp Mine. Вот так вот. Мы на Warp Mine. Земелечку можно уже получить. Вот она, первые ресурсы наши. Где же железо? Нам надо именно железо. Вот я вижу уголь. Уголь тоже очень важно. Уголь очень важно здесь. Так, 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 копаем. Вот, у нас первый уголечек. Yes. Так, здесь одна земелечка. Одна земля здесь. Тоже ее копаем. Надеюсь, никто не отберет у нас его. Давай, 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 копаем, 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 копаем. И у нас первое железо есть, ребятки. Так, здесь одна земелишка тоже. Где еще ресурсы у нас? Железо, только не отбирайте у нас. Класс, землей копать. Да. Е-е-е. Ну, могу и углем тоже копать. Еще одно железо нам бы найти, и мы бы уже могли бы уже копать по-настоящему уже. А не как мы сейчас копаем угольками да землей. Эх, 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 давай копайся уже. Блин. Редстончик. Как ты поступила нечестно? Ай-яй-яй. А мы землю копаем. Хоть что-то покопаем мы здесь. Можно одно железо? Давайте у нее попросим одно железо. Конечно. Она нечаянно нам отдала кирку. Мы ее починим. Вот так вот. Забирай. Ща еще железо дам. Ай-яй-яй, вот это поворот, ребятки. Спасибо. Так, телепортация домой. Вот то, что надо. Так, у нас очень много железа. Надо сделать верстачочек. Оп, 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 и первая кирка у нас. Yes, ребятки. Новые рецепты также открылись. Давайте-ка пойдем на шоп. Я хочу узнать, что можно продать, а что можно купить. И телепортируемся на главный магазин этого сервера. Цветочки. Я даже не знаю, что можно продать здесь. Фермерство, хоть что-то можно продать. Рыбу, семечки пшеницы и саму пшеницу. Чернильные мешочки можно тоже продать. И плоды хоруса. Так, давайте-ка на ресурсы вернемся. Так, изумрудики. Лазуриты, редстоун. Ну, так сказать, можно продать почти все. Можно землю продать по невыгодному курсу, конечно. Выгоднее продавать на ахе. Пишем ах. Ох, тут уже кто-то что-то продает. Дубы продают. Кто-то дороже, кто-то дешевле продает дубы. Цветки хороса по 50. Вы что, ребята?
Ну ничего, мы здесь порядок наведем, это точно. Пишем is и возвращаемся на наш островочек. Вот так вот. И давайте-ка перекопаем наш остров для начала. И коровочку надо обязательно загородить, а то ее могут как-то убить. Могу дать еще кирки и лопаты железные. Мне железо некуда девать. Спасибо, ты мне очень помогла. Если нужно чего-нибудь починить, обращайся. Набираем, набираем мы кирпичики. Вот так вот. И ложим их в наш сундучочек. Так, надо как-то цветки хороса бы набрать. Это бы очень помогло развитию. Мы могли бы их продавать. Вот. Я же летать-то могу, я уже забыл, блин. Я же могу летать же. Вот это я даю, конечно. Так. Набираем наши цветочечки. Вот так вот. И давайте-ка наберем и плодов тоже. Плоды — это обязательная вещь здесь. Их можно выгодно продать и получить очень большие денежки. Только 9? Что? А почему так мало-то плодов мы набрали? Только 9 у нас получилось. Вот так вот, уже 13. Yes! Я думаю, эту серию пора заканчивать. Мы сделали очень много для этого острова. И главное, что мы сделали, это его создание. Так что пишите комментарии под этим видео, оставляйте лайки и нажимайте на колокольчик. Всем до скорого, всем пока-пока!